Основные ремонтные работы дорожники стараются допланировать на лето. Время, когда и погодные условия оптимальны, и автомобилей в городе поменьше. В этом году больших масштабных работ в Ленинске не проводилось. Тем не менее, новый асфальт появился на улице Калинина и Мусохранова. Ямочный ремонт был выполнен на Шакурина, Пушкина, Суворова. В начале сентября выполнили ремонт перекрестка проспект Ленина и улица Шакурина. Здесь дорожники заменили порядка 3000 квадратных метров асфальтобетона. Сегодня техника работает на проспекте Кирова. Пока вот погожие деньки, ведем работы. Пользуясь случаем, хотя бы попросить водителей терпением относиться, потому что, понятно, транспорта много, одна практически улица у нас здесь в центре, создаются пробки, но нужно терпеть, заранее выбирать объездные пути, так скажем, потому что работы продлятся, я думаю, что до выходных, в лучшем случае, потому что погода как раз к выходным обещает хорошую, там, бабье лето, и мы постараемся завершить. Так скажем, это будет, наверное, последний штрих в этом году. Фрезеровочная машина уже третий день постепенно, метр за метром, снимает асфальтовое покрытие. Слой толщиной 7 сантиметров. В общей сложности снять старый асфальт и положить новый необходимо на площади 4000 квадратных метров. Мы срезаем первый слой, который вот, в котором была калийность, который создал калийность. Этот слой нужно обязательно срезать, потому что на него не ложится асфальт. Поэтому первый слой вырезается до основания и накладывается новое асфальтное покрытие. Но это практически строительство новой дороги, нового дорожного полотна, нанесение нового дорожного полотна. Кстати, чтобы избежать прошлых ошибок и продлить срок службы магистрали, дорожники попробуют на этом участке применить новый рецепт асфальтобетонной смеси. На этот раз решили применить более крупную фракцию для более долговечного износа дорожного полотна. Я думаю, что эти технологии нам позволит продлить срок службы покрытия. В общей сложности в этом сезоне дорожные службы города капитально отремонтировали порядка 4000 квадратных метров дорог. Ямочный ремонт выполнен на 6500 квадратных метров городских магистралей. Ликвидирована коленность на 10000 квадратных метров дорожного полотна.